потом. Да, да, да. Потому что если все просмотрят, то это батарея останется. Сегодняшнее собрание акционеров проводится незаконно, и у нас есть доказательства нашей позиции. Но произошло следующее. Значит, нас бюро пропусков не пропускают на собрание. Пытка, чтобы мы на это собрание к началу опоздали. Человек, который прибавил вот эту творческую часть НДВ, которую я оплатил $1 миллион в 99 году, и по предварительной оценке более важно... Мы хотели бы просить всех и журналистов НТВ, и тех самых людей, которые провоцируют к их строительству баррикад, актам самосожжения и так далее, так далее. Максимально стараться избежать этого. Мы очень не хотим никаких эксцессов. По оценкам ведущих агентств за 2000 год этот рост мог как раз на 40 до 60. Мне поставили акционеру задачу поставить компанию НТВ на ноги, чтобы она развивалась. Я хочу, чтобы это было бы существующим коллективом. Я намерен всячески стараться с ними договориться о совместной работе. Но не должны быть какие-либо иллюзии. У меня есть ответственность фидуциара перед моими акционерами, чтобы эта компания заработала бы и работала бы прибыльно. И я буду делать все, чтобы это сделать. В том числе, если нужно, привлекать новые кадры. Установить очень важный момент, стратегическое партнерство с крупнейшим... У меня небольшое дополнение. Меня зовут Константин Дочаров. Мы, когда в Праге народ вышел на улицу, власть... То есть просто дремучая тупа, или она не заинтересована в том, чтобы об этих проблемах вообще говорили. А вот это и есть. Программа Путина. Некоторые наблюдатели сомневаются, что он верит в ее выполнение.